Я прошу обратить внимание на подзаголовок. Это вот то самое, что мы чуть не потеряли. В обычной историографии принято считать, что первые гербы в российской символике официальной появились при Петре I. Это было относительно недавно по историческим меркам. И более того, для создания этих гербов был приглашен итальянский специалист, граф Санти, который, собственно говоря, и составил большинство гербов городам России, которые мы знаем. Ну вот, например, герб города Ростова был составлен несколько позднее. Это, кстати говоря, хорошо видно, потому что Санти делал свою работу более качественно. Но, к сожалению, что имеем, то имеем. К этому нужно просто правильно относиться. Огромный пробел существует в историографии, в официальной, который касается того, как было, собственно говоря, устроено общество в Древней Руси, в так называемой, в домонгольской Древней Руси. Почему это важно? Ну, мне в очередной раз повезло, мне всегда везет на курилке. Я к вам еще приду, хорошо? Мне нравится, мне все время везет. Вот передо мной выступил такой замечательный спикер, я еле сдержался, чтобы не квакать с места, не подпевать, то есть не... Особенно мне понравилась картинка с Генрихом V. Вы знаете, что случилось вообще в битве при Азинкуре, товарищи? Вы знаете, да? В два раза меньшее войско англичан победило в два раза большее войско французов. Причем это было особенно интересно тем, что очень много рыцарей было захвачено в плен французских, потому что они атаковали англичан в пешем строю. Они закрепились на холме и отстреливались из луков. Французы молодцы, подрубили рыцарские копья, чтобы они стали короче, и пошли в атаку, потому что шотландский граф им посоветовал сделать именно так. Понимаете иронию судьбы, как это все повторилось вот спустя сотни лет, правильно? Так вот, оказалось очень много пленных, и французский король, тот самый Генрих V, красиво изображенный на вашей картинке, он сказал: «Убейте их». И поручили это дело лучникам. И простолюдины радостно резали французских рыцарей, вырезав практически полностью цвет французского рыцарства. Понимаете? Конечно, после этого они еще долгое время воевали во Франции, даже чуть-чуть не присоединили Францию к Англии. Вы понимаете, что произошло в тот момент времени? Мы бы сейчас имели одну большую Великобританию, которая имела бы континентальную территорию и территорию островную. Но тогда бы им не было так легко изолироваться. Так вот, точно так же изолирована история Древней Руси. Мы совершенно не понимаем, что там происходило, что было в Киеве, что было во Владимире, почему, с какого перепугу Москва стала собирать потом древнерусские земли, как эти люди жили, на каком языке они говорили, как они общались. Совершеннейшим шоком стало то, что, оказывается, самые простые люди переписывались с помощью записок на бересте. Все вы знаете эти знаменитые берестяные грамоты. То есть грамотность была практически поголовной. При этом возникает вопрос, ну как же так? Как же так? Грамотность буквенная есть, грамотности символической нет. Отсутствует какая-то бытовая символика. Ну не все так просто на самом деле. Вот перед вами три картинки. Две из них взяты из собора, Свято-Георгиевского собора в городе Юрьев-Польский. Это Владимирское княжество. Они датированы концом 12-го, начала 13 веком. И третья картинка, это не абы кто. Вот кто вот это, я не знаю. И никто не знает. Вот это Георгий Победоносец. А вот это Иисус Навин. Слыхали про такого? Это тот самый воин из, не побоюсь этого слова, мистической, символической истории Ветхого Завета. То, о чем вы говорили как раз. Но только эту мистическую историю писал не Черчилль, а древние иудеи в свое время, понимаете? Он останавливал солнце и луну для того, чтобы выиграть войну. По его слову, точнее, Господь остановил солнце и луну, и он сумел победить в бою. Вот он изображен, перед ним тут находится архангел. Ну, я его отрезал, он не влезал в шаблон этой презентации. Но я перед ним извинился, конечно. Так вот, обратите внимание, мы здесь видим классический западноевропейский щит. Классический, совершенно. Тут вздыбленный лев, его плохо видно, потому что, вы знаете, найти хорошую фотографию Георгия Победоносца, вот этого, с фронтона храма в Юрьеве-Польском, мне не удалось. Не удалось, не существует. Нет, она отсутствует в научном обороте, как таковая. Понимаете, в чем ужас? А это... Очень важная фотография, это очень важное изображение. Это практически первый достоверно зафиксированный русский герб.
который известен с XI-XII века. Это герб Великого княжества Владимирского. Вот это изображение, я напомню, еще не дошел Батый до Владимира, еще битвы на Калке не было. Вот изображение креста, который сейчас в российской геральдике называется патриаршим, или иногда его еще называют белорусским православным крестом, на щите какого-то святого неизвестного, причем святого воина, вот его копье, вот его щит. Понимаете? Я не знаю, кто это, и никто не знает. С достоверной точностью никто не может это утверждать. Возможно, это Илья Муромец. Ну, он святой, всем известно, да? Ну и про Иисуса Навина я уже сказал. Здесь типичные геральдические изображения, которые характерны для Западной Европы, так же, как и для современных российских гербов. Вы впечатлены, я надеюсь, хоть немного или нет? На самом деле значение вот этих вот изображений переоценить невозможно. Это говорит о том, что в Древней Руси в 12-13 веке была сложившаяся символическая культура. То есть этот язык символической культуры, который характерен для западноевропейской культуры, в Древней Руси был, более того, он родственен западноевропейскому. Это совершенно очевидно вот по вот этому изображению, да и вот по вот этому тоже. Понятно? То есть мы развивались в общем русле европейской цивилизации, причем столицей этого русла, если можно так выразиться по-русски, было Великое княжество Владимирское. Давайте. Вот, собственно говоря, увеличенный фрагмент этого щита, увеличенный фрагмент этого рельефа, этот щит с вздыбленным львом. И вот это рисунок из гербовника 880 года, это герб Владимирской губернии. Но вы видите, что лев уже не торт, да, как там говорится. Ну, немножко уже не такой он уже, да. То есть, во-первых, ему развернули голову анфас. То есть он из льва превратился в леопардового льва, если называть это по правилам, да. У него появился крест. И у него на голове появилась корона. Причем, обратите внимание, крест, он чуть-чуть светлее, чем корона. Тут художник просто изо всех сил пытался показать, что по описанию этого герба корона у льва на голове железная. То есть она описывается как стальная, как железная. Понятно, да? То есть вот, пожалуйста, 12 век, вот это 19. Сейчас этот герб выглядит практически точно так же. Ну, вокруг него вот картинка немножко изменилась, которая вот. Ну, все эти листочки, ленточки, короны, все это временное. Самое главное вот. Найти со временем, почему здесь изображен герб вот 80-го года. Это самое красивое изображение Владимирского герба, которое к нам по времени близко. Нет другого. Товарищи, на сайте города Владимира изображено непонятно что. Даже еще более что-то непонятное, чем на сайте городской, на наш вот Ростов-город. Зайдите, посмотрите, что там за безобразие нарисовано. И чтобы найти что-то более-менее маломальски человеческое, то есть чтобы увидеть хотя бы ту картинку, которая у нас на общественном транспорте нарисована, нужно залезть в глубины этого сайта, знаете, там поднырнуть там. Давайте дальше. Это фреска из Новгородской церкви. Церковь датировалась XIV веком, ну и фреска, соответственно, XIV веком. Это изображение сотника Лонгина, то есть в данном случае это сцена с распятием Иисуса. Ну, она существовала уже в таком обрезанном виде, перед Иисусом мне извиняться не потребовалось. То есть это прорисовка с плохой фотографией. Как эта фреска выглядит, ну, сейчас ее нет, она отсутствует как категория, она исчезла из научного оборота, понимаете, она просто утрачена. Но здесь мы видим вот лапа, вот крыло, вот молитва на древнегреческом языке. А вот рядом польский герб, спасибо польской геральдике. Польская геральдика называется польской, но у нее роль общеславянская, это общее достояние, так называемое. Они сохранили этот герб, вот оно. Называется Топач или Копач, и так, несколько сотен польских шляхетских родов подписано под этот герб. Он жив, слава тебе Господи, он существует в чешской геральдике, этот герб. Более того, есть изображение турецких миниатюр примерно 16-18 века, на них изображены ранние так называемые гусарские тарчи, и там на гусарских тарчах в руках турецкого воина, вдумайтесь вообще вот в эту постановку вопроса, изображен точно такой же герб, только крыло прибито к щиту настоящее. То есть в этой картинке что-то есть такое, чего мы не знаем и не понимаем, почему она такая. Ну, с точки зрения здравого смысла, ну это же нелепая картинка. Ну где, извините, лапа, где крыло? Что это за птица была такая?
То есть, смотрите, это нормально с точки зрения средневекового искусства, средневековой культуры, хоть в Руси, хоть на Руси, хоть в Западной Европе, изображать библейское действие в костюмах настоящего времени. То есть мы благодаря этому, благодаря огромному количеству иллюстрированных Библий, мы имеем четкие представления о том, как выглядел костюм Западной Европы 12 века, 13 века. Вот так мы видим примерно, как выглядел русский дружинник в 14 веке. Щит характерный, вот панцирь ламеллярный, все хорошо с ним. Давайте дальше. Ну вот теперь основной посыл, который, собственно, ради которого я вообще сюда приперся, если честно. Ну если вот это герб, то может быть и вот эта фигура с того же самого герба. И даже скорее всего. Ну да, здесь он нарисован в таком ехидном виде, хипстерском, я бы сказал. Но тем не менее, он иронизирует над нами. Почему? Ну, потому что на самом деле до сих пор наша историография драгоценная, она строится, знаете, от чего? Вы не поверите. Вы вообще знаете, кто такой Карл Маркс? Или вас, к счастью, минуло это знание уже? А? Никого не пощадило. Никого не пощадило, я понял. Так вот, уважаемый товарищ Карл Маркс в свое время написал примерно следующее, что, ну, и в самом деле понятно, что Рюрик был шведом. Ну, причем, где Рюрик, где мы, где вот Владимирский князь. Сейчас я вам объясню, где мы все находимся. Противоречить товарищу Карлу Марксу в советское время было крайне вредно для здоровья. Это плохо кончалось, понимаете, как минимум увольнением, а как максимум, ну, обучением новой рабочей специальности в плане лесоповала. Так вот, и благодаря этому советская историография застряла в этом норманизме, который давно уже был отвергнут нормальными историками, потому что кроме данных источников, кроме домыслов ученых, существует полным-полно всякой археологии. Ну вот, в частности, вот это. Есть археология балтийских, прибалтийских славянских земель в нынешней Германии, в так называемой Померании, которая называлась Поморьей. И эти данные несколько противоречат норманизму, понимаете? Тот самый Рослагин, с которого якобы отправлялись варяги и попадали в Финляндию, потом попали в Новгород, вообще говоря, появился на свет этот Рослагин примерно в 15 веке нашей эры. То есть тогда, когда происходили так называемое призвание Рюрика, его просто не существовало. Просто потому, что дно Ботнического залива постепенно поднимается, и у Швеции прирастает новая земля. И в 9, 8, 7 веке, ну, не было еще этой земли, понимаете? Не было этого, топонима этого не было. Ну, неважно, это вопрос, который нуждается в том, чтобы его тщательно изучали и чтобы в нем расставили все точки над «и». Есть такие гипотезы, есть такие. Когда только одна линия побеждает, получаются перекосы. Вот мы имеем этот перекос. То есть с точки зрения историографии, которая четко следовала за Марксом, все эти изображения – суть проявления двоеверия, более ничего. Об этом пишет академик Рыбаков, об этом пишут другие академики. И противоестественных каких-то таких вот замечаний они не делают просто потому, что это находится за пределами русла основной историографии. Вам ясно? Вот слово животворящее марксовое делает. Давайте дальше. Но если лев – герб, может, все остальные тоже чьи-то гербы? Ну, может же быть такое? Ну, конечно, может. Вот два нанайских мальчика борются. На что они похожи? Ну, я не стал сюда лепить еще одно изображение. Как мне сказал дизайнер, тут много шума. Вот. Я решил не дошумливать еще, не перешумливать. Есть такое понятие «Манесский кодекс». Оно находится, конечно, далеко от Рюрика, от Маркса, от Владимирского собора. Но мы к нему, тем не менее, вот подойдем. Манесский кодекс – это, грубо говоря, большой сборник стихов, который был составлен для германской фамилии Манес и содержит огромное количество стихов, песен, порядка 140 с чем-то авторов, средневековых поэтов. И вот герб семьи Манес вот примерно такой. Только там мальчики нарисованы в шлемах, и у каждого в симметричных руках по мечу. Ну, есть такой герб. Непонятная птица, даже не берусь утверждать, какая, возможно, скорее всего, лебедь.
знакомый лев, то ли газель, то ли еще непонятно кто, олень, один из самых известных и самых популярных символов с европейского щита, символизирует, кстати говоря, благородное собрание и благородное общество. И в этом же качестве он, кстати, на щите присутствует с Великого войска Донского. Грифон один, грифон второй, растение, птичка в кустах, волколак, волк-оборотень, ну или семаргл-переплут, как его еще иногда называют, полноценный дракон. Две хищных птицы. Почему я говорю хищных? Посмотрите, какие когти, изогнутые клювы. Совершенно четко выдают хищную птицу. Давайте дальше. Ну, бык же полноценный, да? Товарищи, слон. 12 век, Древняя Русь, слон. Это не смешно даже на самом деле, потому что в то время по Европе бродила байка о том, что якобы во время походов Александра Македонского были привезены боевые слоны из Индии. Более того, один из них даже участвовал в каком-то бою в Дании, то ли в 9, то ли в 8 веке. Но он не дошел до боя, он умер от холода, у него была трагическая судьба. До сих пор есть в Дании благородный род, который пользуется гербом с изображением слона, стоящим на холме. Ну, то есть нет ничего невероятного в том, что такой слон в древнерусском соборе мог быть размещен на древнерусском щите. Понятно? Я еще раз повторяю, это домыслы, это гипотеза, но она имеет под собой вполне фундаментальное основание. Ну, про птичек с головами я вообще молчу, да, это банально. Обратите внимание на грифонов. Опять грифон. И вот этот лев что-то поет. И, возможно, вот это вот изображение объясняет, откуда у западноевропейских львов, грифонов и прочих хорошо используемых в геральдике зверей такие длинные высунутые языки, гипертрофированно длинные, понимаете? И вот на вот это обратите внимание, это древо жизни. Это, да, это языческая эмблема, которая постепенно стала христианской. И, собственно говоря, из вот этой эмблемы вырастает кириллическая буква «Ж» – «Живите». Понятно, да? Китоврас. Ну, какой-то близкий родственник греческого кентавра. Мог быть на щите? Да запросто. Товарищ Горелик, известный реконструктор, на русском щите его и рисовал, собственно говоря, опираясь на вот этот же самый рельеф. Ну, опять же, вот святой с крестом. Вот это флаги, я не стал лепить сюда полностью всю икону «Битва новгородцев с суздальцами». Я от нее отрезал флаги. Тут изображены кресты на знаменах. Собственно говоря, кресты изображены вот такие. Называется Голгофский крест. А видали казаков с прапорцем таким, черный прапорец, написано «Чаю воскресения мертвых жизни будущих поколений» и череп с костями? Ну, баклановцы. Нет, не видали? Ну, иногда мелькают по Ростову. Возникает вопрос, они что, пираты что ли? Да? Ответ знаете правильный? Рассказывать или не нужно? У них изображена Адамова голова, вот она. Адамова голова в православии является символом бессмертия. Считается, что именно на могиле Адама, на Голгофе, был распят Спаситель, тем самым замкнулся круг. Опять же, это еще одна мифологема историческая, только история это священная, понимаете? То есть изначально Адам был первым согрешившим, он был исторгнут из рая, пришел Спаситель, который своей смертью на кресте искупил этот первородный грех. То есть после этого началась новая история для человека. То есть история, уже не обремененная старым грехом. Ну и вот, собственно говоря, очень интересное украшение. Это брама, как раз из Владимира, 12-13 века. Что такое барма? Барма – это княжеское украшение, княжеское плечи. Вот несколько вот таких медальонов висели у князя на шее. Это один из символов власти, то есть это не просто ювелирка, понимаете? Это один из символов власти, такой же, как меч, как жезл, как держава, как корона на голове. Понятно, да? На ней изображен так называемый процветший крест. Вот как раз вот в процветшие кресты постепенно превратились в древо жизни. Ну, вы видите, да, аналогию? Ну и вот польский герб «Юнчик». Известен он с XI века. Иногда его некоторые хитрые историки и хитрые исследователи, знаете, как описывают? Дважды перекрещенная серебряная уда. Уда, ну, крючок рыболовный. Ну, похож, что говорить.
Ну, по мне, так это все-таки скорее процветший крест, тем более, что с 11 века-то он известен. Дальше. А вот это, товарищи мои дорогие, вот это вот изображение отвратительного качества, конечно же, с так называемых «Золотых врат» Богородицы Рождественского собора в городе Суздале. Этот храм до сих пор является действующим православным храмом. Врата с него, конечно же, сняли, занесли внутрь, их прячут от посетителей, их нельзя фотографировать, поэтому изображения вот такие вот, вы уж меня извините. Здесь мы видим грифона, и здесь мы видим льва. И мы задаем себе тот же самый вопрос. Это Великое княжество Владимирское. Если такой точно лев изображен на щите Владимирского князя, который держит Георгий Победоносец, Георгий Победоносец его держит, потому что он благословляет тем самым князя. Значит, и грифон, который изображен рядом с этим львом, тоже является чьим-то гербом. Тем более, что мы вспоминаем, что в той же самой Померании гербом является именно грифон. И он до сих пор является гербом Померании. Он изображен на печатях и на клеймах славянских князей, которые владели Померанией, слава тебе, Господи, с 6 века нашей эры. И именно они, эти князья, стали предками династии герцогов мекленбургских, в том числе мекленбург-стрелицких или штральзунских, как их называют немцы. И именно от них происходит род Николая Романова, который являлся русским императором. Поэтому у него есть соответствующий герб, на котором на шлемнике изображен дуб, священное дерево предков. Запутал, да, полностью? Это все очень непросто, понимаете? То есть, скорее всего, да, это действительно эмблема какого-то князя. Более того, эти клейма со львом и с грифоном, они находятся в самых нижних, на самом нижнем ярусе дверей. И эти двери, там, ну, две пары дверей. То есть, есть пара дверей на южной стороне и пара дверей на восточной. И каждая дверь состоит из двух створок, естественно, да? На каждой створке по два клейма со львом и с грифоном. То есть в общей сложности получается 4 створки, на каждой по 2 изображения, 8 изображений, 4 из них грифон, 4 из них лев. И эти, они немножко отличаются друг от друга по стилистике. А теперь вот обратите внимание, изначально было название лекции такое – «Древнерусский геральдический стиль». Вот это его абсолютно адекватное и абсолютно идеальное выражение. Чем важен геральдический стиль? Геральдический стиль – это не те эмблемы, которые подбираются под то или иное явление природы, а то, как эти эмблемы изображаются. То есть у нас точно, нам точно известно, что есть европейский романский геральдический стиль, есть европейский готический геральдический стиль, геральдический стиль барокко. Один и тот же лев изображается совершенно по-разному. На меня посягает муравей, извините. Я его победил. Так вот. Это важно. Почему? Потому что мы видим развитие самой культуры символической, как она меняется от эпохи к эпохе, как от стиля эпохи к стилю эпохи меняется изображение эмблем. Барочного льва с готическим львом перепутать невозможно. Это два совершенно разных льва. Ну, начнем с того, что у готического нет гривы. Оно, ну, практически не прорисовано. Понимаете? И, собственно говоря, это показывает, что это живое явление природы, живое. Чем оно полезно сейчас для историка? Ну, прежде всего тем, что с помощью анализа геральдического изображение, которое нанесено, скажем, на какое-нибудь блюдце фарфоровое, можно установить, в каком веке это блюдце было изготовлено. Понятно, да? Соответственно, если это напечатано на документе, можно датировать документ. То есть достаточно полезная вещь. То есть в этом плане именно геральдика и понимается как вспомогательная историческая дисциплина. Так вот, русский геральдический стиль 12-13 века перед нами есть. Потом русский геральдический стиль исчезнет. И появится новый русский геральдический стиль, только при Петре I. Он, конечно же, будет совсем другой. Но он был. То есть это говорит о том, что у нас, в нашей историографии, есть совершенно конкретные источники, которые показывают, как это выглядело в XI-XII веке. Есть на что опираться, понимаете? Есть что переосмысливать, есть что вставлять в свои романы, есть что рисовать на щитах реконструкторам. То есть это не пустое место, не вакуум. Там есть нечто, и это нечто очень красиво. Посмотрите внимательно, как это здорово сделано. Вот это изображение сделано путем сначала гравировки на меди и потом аккуратненького вбивания туда теплого золота, разогретого золота. То есть это метод золотой наводки по меди. Вот эти все линии, это золотые линии, ну, они микроскопической толщины, отбирать их бесполезно. Ну, оцените работу, как это сделано здорово. Давайте следующий.
Ну, на этом соборе, двери, с которого мы сейчас внимательно рассматриваем, кроме клеем, есть еще так называемые умбоны. Умбон – это такое чашеобразное вздутие, которое закрывает стык между четырьмя плитами. Понятно, да? Ну, на щите умбон – это то место, которое прикрывает ту ручку, за которую держит щит воин. Вот, опять же, грифон. Обратите внимание, это более маленькое изображение. Это очень небольшое изображение. То было достаточно большое, которое было прежде. Это маленькое. Как хорошо проработано каждое перо. Двуглавый орел, товарищи, 12 век. Великое княжество Владимирское. Дальше. Достаточно популярные сцены на умбонах – это борьба одного зверя с другим. В данном случае грифон атакует медведя. Не медведь грифона, обратите внимание. Грифон медведя атакует. В этом зарыто что-то очень интересное с точки зрения родословной, я считаю. И тот самый, ну, все знают, что медведь является сейчас одним из неофициальных символов России. Ну, уже практически официальных, да? Все же знают об этом, правильно? Почему это ихний померанский грифон треплет нашего современного российского медведя? Ну, он не очень треплет, Мишка возражает, но не сильно. По всей видимости, в этом зарыто какое-то династическое противостояние вот в этой сцене, понимаете? То есть был, грубо говоря, князь Медведь и князь Грифон, между ними были какие-то раздоры. Та же самая картина, только в данном случае вот этот зверь называется барс. Он похож на льва, но он называется барсом. Вот на нем вот эти полоски характерные. Показывает, что это не лев. Он борется с драконом, между прочим. И очень отважно причем, да? Давайте дальше. Ну вот сумбона изображение. Это явно хищная птица. Возможно, это сокол, потому что орла изображают обычно так, как был изображен вот тот двуглавый орел, то есть с распростертыми крыльями. Их невозможно перепутать. Сокол обычно либо сидящий, либо падающий на добычу кверху хвостом. Либо вот сидящий вот так. Вот герб Суздаля. Он известен, как вы видите, с 14 века. Но я не знаю, кому он известен с 14 века. Вот в 13 веке его изображение. Ну, это же сокол, смотрите. Клюв у него есть, хищные лапы, все как положено. Сидит в похожей позе. Поворачивайте дальше. А вот это лебедь. И польский герб Лабинс, герб древний, очень известен, с очень давнишних времен. Вот его первое упоминание, 1124 год. Лебедь, лапы, смотрите, туда и сюда. Клюв плоский, хвост веником, все как положено. Лебедь, ну, скорее всего, да, может быть, гипотеза, но вполне может быть. Давайте дальше. Вот изображение так называемых херувимов и серафимов. Ну, вот это херувим, а это серафим. Только не спрашивайте меня, чем они отличаются. Я не знаю, честно. Нет, у них одинаковое количество крыльев. У того 4, у того 4. Ну, возможно. Может быть, я просто тут что-то не вижу. Ну, хорошо, ладно, пусть будет так. Вот изображение герба города Минска. Герб города Минска, по большому счету, это икона. Икона, приплывшая в Минск якобы в 12 веке или в 11 веке после очередного разорения Киева неизвестно кем. Как она туда попала, почему она приплыла против течения, ну, есть естественное объяснение всему этому чудо. Вот. Так или иначе, ну, случилось такое чудо. В Минске эту икону очень почитали, высушили, вынули, помыли, поставили в святое место. И со временем превратили в герб. Это нормальная жизнь символа. Понимаете? То есть, как герб это известно уже вот с 16 века. То есть, раз оно известно как герб с 16 века, значит, оно бытовало в этом качестве, ну, достаточно долго до. Понятно, да? То есть, логично, что вот эти эмблемы мог у себя на щите изобразить русские воины в 13 веке, если они все равно так или иначе стали гербом. Вон они там сверху изображены, видите? Только в другой стилизации. Дальше. Ну, двуглавый орел, теперь вот давайте сравним, что было у них и что было у нас. Обратите внимание на стилизацию. Как показаны перья, видите, на крыльях? Точно так же показаны перья вот у этого товарища. Товарищ непростой, это император Священной Римской империи. Вот это вот его, ну, скажем так, репортажное фото товарища императора, оно взято из того самого Монесского кодекса, о котором я вам говорил. Товарищ император стихи писал. И писал стихи хорошие на самом деле, не такие, как у нас Силанов пишет. Лучше бы он экономикой занимался больше.
Вот. А он пишет стихи между тем. И пишет такие стихи, что перекреститься и убежать. У этого хорошие стихи, я читал, мне нравится. Форма клюва. Форма клюва. Странная такая перевязочка на хвосте, вот она присутствует. То есть мы имеем вот эти два изображения, которые совершенно очевидно связаны между собой стилистически. Согласны со мной? Убедил? Давайте дальше. Вот это мой любимый товарищ, это Венцель II. Ну, Вацлав, ладно, хорошо, пусть будет Вацлав. Этот товарищ был пражским королем, ну, чешским королем, потом стал польским королем. Также он был королем Великой Моравии, ну не Великой Моравии, просто Моравии на тот момент времени. О чем, собственно говоря, свидетельствует эмблема, размещенная, тоже писал стихи, тоже хорошие. Просто поразительно. Вот. Модную прическу какую носил, вот все были так причесаны. Видите, у него здесь вот чуть-чуть назад, а вот тут по бокам висит. Да, вот такой интересный дядька, да. И все вокруг такие же точно. Ну, мода была такая. Это, товарищи, это романская мода. Если посмотреть киевские иконы Бориса и Глеба, они нарисованы точно в такой же одежде и точно с такими же прическами. Ну, вот так вот, если между делом. Вот, обратите внимание, на клюв орла, те же самые перышки точно так же нарисованы, да? Вот у нас есть хвостики у льва. Видите хвостики у льва? Это характерная черта богемского или чешского герба. Он так и называется, двуххвостый лев. Ну, у нас тут лев не двуххвостый, он тут у нас многохвостый, да, но по большому счету у него хвост один, вот он. Да? Ну, аналогия, по-моему, достаточно хорошо видна. Вот пасть, вот язык, опять же, видите, длинный. Поза очень похожа. Ну, только нарисован лучше, согласитесь, да, то есть... Нарисован значительно лучше. Вот это, кстати говоря, еще один камень в сторону двоеверия, то есть... Как, ну как, Рыбаков уже пишет, двоеверие, двоеверие. Знаете же, что такое двоеверие? Это когда ни то, ни сё, ни христианин, ни язычник. Или немножко христианин, немножко язычник. Ночью язычник, днем христианин. К вечеру становится язычнее. К утру христианиннее. Ну, вы же понимаете, что это исторический термин. Как на самом деле жили эти люди, во что они верили и к чему они придерживались, мы этого уже, к сожалению, вряд ли когда адекватно узнаем. Но есть, кроме мифов, которые творят писатели об истории, ну, пишет какой-нибудь герцог Монмунский про короля Артура и сочиняет мифы на ходу, понимаете? Потом приходят францисканские монахи и придумывают сэра Галахада с нуля. Не было такого рыцаря у Артура? Нет, нарисуем, а что? И получается, история, которая была реальна, был реальный вождь, был реальный Мерлин, он даже что-то умел колдовать, по мнению окружающих. Раз появляется мифический король былого, настоящего и грядущего, который становится символом, эмблемой. Бас, появляется рыцарь, который становится образцом рыцарства, сэр Галахад. Ну, раз появляется двоеверие, которое становится символом Древней Руси, понимаете? Вот тут симвурвы изображены, так называемые, значит, это двоеверие. То есть то, что это может быть общим декором, скажем так, княжеского щита, об этом, ну зачем об этом думать? Это же неприятно, правильно? Давайте дальше. Ну вот товарищ Фрауенберг, я его люблю, он хороший. Прекрасные стихи человек писал. Обратите внимание, как у него стилизован. При этом он был воином, обратите внимание. Это вам не хипстер какой-нибудь, это рыцарь, который вот сражается в бою. Дайте хипстеру копье, и мы все вместе посмеемся. У него настоящий боевой щит, у него шлем, ну тут капнуло что-то. Но я надеюсь, что не рыбу заворачивали. Видите, как перья нарисованы? Примерно то же самое. Похоже же, да? Похоже. Клюв точно так же изогнут, смотрите. Ушки торчат. Ну, здесь, правда, еще какая-то декоративная планка добавлена. Я не знаю, что она означает, если честно. Суздаль, 12 век. Германия, начало 13-го. 14-го. Давайте. Ну, собственно, все. Надписи, думаю, сами прочитаете. А потом пришли татары. И что произошло, собственно говоря? Обычно пишут, и началось монголо-татарское иго. Звук хороший, мне нравится, да. Вот именно то, что надо. Товарищи, что такое иго?
Нам опять же предстоит еще это выяснить. Толком, что это такое было, неизвестно. Вокруг этого идет страшная полемика. Причем полемика политизирована до такой степени, что противно в это вникать. Понимаете? То есть, что, собственно говоря, произошло? Ну, во-первых, произошло то, что цивилизованный красивый город был превращен в руины. Вот эти соборы, они уцелели, потому что они были не во Владимире. Если бы они были во Владимире, извините, им бы пришел этот, как его, ну, слово номер 5, да. Не было бы этих соборов, мы бы их не увидели. Вот поэтому этих домонгольских храмов так мало, потому что прошлись огнем и мечом. Это при том, что Чингисхан совершенно четко ставил задачу своим военным. Товарищи, ни в коем случае не трогайте священнослужителей и храмы. Это было святое до тех самых пор, пока не приняли ислам отдельные части Орды. Святое почему? Потому что было многоконфессиональное войско. Каждая отдельная, грубо говоря, дивизия верила во что-то свое. И религиозные споры, вы сами знаете, это прекрасно по нынешним дням. Это самое ужасное и кровавое, что может произойти. Правильно? Чтобы войско не пострадало от этого, религиозные разборки были жестко запрещены. То есть это карали очень жестоко. Соответственно, когда монголы пришли на Русь, ну, сами монголы до Руси-то, конечно, не дошли, то есть, как бы, само строительство кочевой империи, оно не предполагает физического переноса монгола из монгольских степей в битву при Легнице в Европе. Это как волна, то есть, она переносит энергию, но не переносит вещество. Но, тем не менее, сила-то дошла, и она ударила, и было очень больно, понимаете? Что произошло в итоге? В итоге русские князья стали платить монголам дань. Что такое дань? Ну, если говорить на языке современной экономики, это те самые свободные средства, которые нужно было инвестировать в производство, в культуру, в науку, в исследования, в социалку и так далее. Понимаете? И вот этот доход бюджета срезается и относится в другое место. Ясно? Что при этом происходит? При этом происходит затормаживание в развитии всей территории, которая эту дань платит. Понятно? Неизбежное затормаживание в развитии, потому что инвестиционных свободных средств нет. Соответственно, территория начинает тормозиться. Поэтому продолжение все эти соборы не получили. Продолжение этот русский геральдический стиль не получили.